Театр начинается с книги. Юные муравляне собрались сегодня в детской библиотеке в филиале номер 8. Здесь готовится театральная постановка. А тех, кто читает и играет, в сюжете. Вот уже третий год Максим приходит в библиотеку как на праздник. Именно здесь все его мечты становятся реальностью. Ведь он может перевоплотиться в кого захочет. Мне помогает мотивация. У меня такая мотивация, чтобы всем зрителям было весело и хорошо наблюдать за этим спектаклем. За плечами талантливого мальчишки несколько ведущих ролей. В планах сыграть Гарри Поттера. А пока рюкзак на спину, и он примеряет на себя образ непутевого школьника. Кто придумал в школе срок делать вольный урок? Срок решать, писать и петь. Невозможно все успеть. Не просто выучить текст, а полностью вжиться в роль. Для юных посетителей детской библиотеки театр книги стал настоящим удовольствием. Ведь здесь они чувствуют себя не просто актерами, а настоящей семьей. Мне нравится атмосфера, мы здесь как семья. Лидия Николаевна наша вторая мама. Мы каждый здесь друг другу, братья и сестры. И каждый раз, когда мы приходим, мы обнимаемся. Мне нравится, когда мы играем. Мне очень нравится играть в спектакли, дарить радость зрителям. Мне очень нравится наш коллектив. Он очень дружный, сплоченный. Дарить радость их призвание. Своей работой они готовы делиться. Именно поэтому решили поучаствовать в областном конкурсе новогодних представлений. А началось все 3 года назад, когда юным читателям библиотеки предложили попробовать себя в актерском мастерстве. Так родились фантазеры. Первый спектакль, который был создан, полноценный, назывался «Фантазеры». Он был собран по произведениям детских писателей Носова, Михалкова, Барто, ну и многих других. Вот уже тогда дети на общем собрании решили, а давайте назовем наш объединение, наш театр «Фантазеры». Совсем скоро юным фантазерам предстоит попробовать себя в новых амплуа. На этот раз связано с объявленным в стране годом экологии. Юлия Казакова, Николай Младенов. Новости Муром.